Всем огромный-огромный привет! Сегодня я ходила в Пятерочку и хочу поделиться с вами своими покупками. В Пятерочке как раз сейчас действует новый каталог с 5 по 11 декабря. Очень много каких-то новинок для меня, акций, скидочных цен. Конечно же, мне помогла в этот раз и выручай карта. Вот такая. Я воспользовалась скидкой и уже что-то даже сэкономила. Давайте расскажу вам, что я купила. В первую очередь купила молока, самого-самого дешевого, которое только было в Пятерочке по акции. Но берем мы его уже не в первый раз. Оно самое вкусное, такое молоко. Вот такое. 47 рублей 90 копеек. Оно в этот раз было по акции. Поэтому взяла два таких пакета молока. Дальше еще взяла кефир. Кефир взяла две бутылки, вот такой домик в деревне, 1%, тоже был по акции, 54 рубля 90 копеек стоил такой кефир. Взяла тоже вот таких две бутылочки с кефиром. Взяла еще попить вот такой Мингас Дюшес, берем уже не первый раз, стоит недорого, 44 рубля 90 копеек. Просто попить, иной раз хочется, взяли такую бутылочку воды. Взяла упаковку пищевой соды за 22 рубля. Соду использую для мытья досок, да, дощечек, на которых режу. И также для мытья кружек и столовых приборов. Сегодня по акции были сосиски, вот такие клинские, венские. Тоже взяла, когда акция, я всегда, как сорока, да, бегу сразу на акцию. По 109 рублей вроде была одна упаковка таких сосисок. Да, 109 рублей. Мне еще вышла скидка по выручай карте. И такая упаковочка стоила 98 рублей 63 копейки. Я взяла таких две упаковки. Попробую, кстати, клинские сосиски, уже давным-давно не брала, поэтому буду пробовать. Еще по акции сегодня в Пятерочке были мои самые-самые любимые грибы от Бондюэль. Вот такие, не удержалась, взяла две банки. Я их сразу съем и хочу еще две банки купить обязательно на Новый год, пока они по 129 рублей. Так они стоят гораздо и гораздо дороже, а за 129 рублей... Мне они вообще обошлись по 116 рублей по выручай карте. Так что выручай карта Пятерочки очень даже сильно выручает. Еще для меня одна вот такая новинка. Нигде я такое не видела. Взяли фасоль. Фасоль мы очень любим. Это фасоль Эко. Печеная по-сербски. Вот такая. Фасоль была тоже по акции. 55 рублей 90 копеек. Взяли вот такую по-сербски. Очень вкусная. Я даже люблю сварить, например, картошку или макарон, и не заморачиваться там ни с каким мясом, и открыть банку такой фасоли. И взяли вот такая фасоль с овощами по-итальянски. Они были, мне кажется, в одну цену. Да, в одну цену. 55 рублей 90 копеек. Вот такая шикарная фасоль. Потом, может быть, открою, поделюсь с вами, вкусная или невкусная. Берем такую фасоль первый раз. Еще я взяла на завтрак себе вот такую творожную массу особую с изюмом. Творожная масса у нас стоит 57 рублей 70 копеек. Буду есть на завтрак, очень люблю, с кофе. И взяла попробовать вот такое Магги на второе для сочной курицы с чесноком. Она содержит какой-то новый пакет. Вот, какой-то большой, да? Что можно готовить эту курицу сразу с гарниром. Вот я и попробую это сделать. Сейчас Магги еще идет в Пятерочке по акции по 39 рублей. Поэтому, думаю, надо хватать быстренько вот такую с чесночком, попробовать запечь. Думаю, будет вкусно. И еще в этот раз для себя взяла вот такую новинку. Для меня это новинка. Я такой еще соус не видела, хотя я соусы люблю. И как только появляются какие-то новые соусы, стараюсь брать и пробовать. По акции был вот такой соус терияки сладкий по 75 рублей. И тут написано, что этот соус именно для обжаривания. Я вообще обожаю, он там очень-очень густой, как можете видеть. Тут даже написан рецептик индейки с овощами. Кому интересно, можете посмотреть. Вот так. Буду теперь что-нибудь пробовать, жарить. Очень рада, что нашла для себя такую новинку. Кстати, бутылочка достаточно такая большая, огромная, 320 грамм.
Вот такая. Очень-очень рада. Очень много еще новинок в Пятерочке. Хочу немножко с вами полистать каталог. Вот мой чек. Вот эти сосиски, кстати, по 109 рублей при покупке 1 плюс 1. Моя выручай карта, чтобы ее не потерять. Это новый каталог. Он начал действовать с 5 декабря. Очень много тут акций и новинок. Кстати, вот такие наггетсы от Петелинки тоже недорого. Если берешь две упаковки сразу, то по 69 рублей наггетсы. Перец красный у нас по 139 рублей в Пятерочке по акции. И вот такие у нас, кому интересно, можете посмотреть, какие сейчас скидки и акции в Пятерочке. Хотела взять себе вот этой колбаски по 59 рублей. Очень хочу прям на бутерброд, не знаю, может быть, схожу завтра. Обязательно себе возьму вот такой колбаски. Мне нравится. Какие-то тут пельмени, крылышки по 139 рублей. Вот здесь это очень достаточно выгодно, хотя крылышки у нас бывают не всегда. Колбаска. Вот такая я колбаску брала. Достаточно вкусная колбаска. Уже появляются всякие тарталетки. Посмотрите, для салатов по акции идут тарталетки как раз к Новому году. Вот кефир я взяла за 54 рубля. Тоже стоит по акции. Весь, кстати, разобрали. Кефир «Домик в деревне» весь ушел. Где-то издалека-издалека прям взяла. Кто любит виолу, тоже присмотритесь. Виола сейчас по акции, по очень хорошей цене. 99 рублей всего. Это совсем недорого. Так, конечно, цены даже кусаются. Но если брать со скидочками что-то, да, по этому каталогу и еще использовать выручай карту, то это очень-очень даже выгодно. Какие-то печенья, очень недорого масло. Посмотрите, тоже цены такие интересные. Горошек тоже к Новому году 55 рублей. Очень, кстати, хороший горошек. Внутри прям такой свеженький-свеженький. Я сегодня на него смотрела. Вот она, эта фасоль. Для меня новинка по 55 рублей. А без скидки она стоит целых 92 рубля. Поэтому это достаточно дорого. И пока что со скидкой я всегда стараюсь брать, пробовать. Рис очень недорого, по 34 рубля. Тоже присмотритесь. Поэтому очень-очень много есть каких-то акций, предложений. Очень хорошие цены на соусы Хайнц. Тоже в Пятерочке у нас есть практически все виды. Очень мне понравилась вот эта вот серия, что начала выпускать вот эта Тратория, от которой я беру, да, Тратория. Туратти, от которой я беру свои, кто знает, протертые помидоры, протертые томаты, целые помидоры. У них начали выпускаться и оливки, и соус песто, и каперсы, и какие-то там чесночок такой маленький я сегодня видела, и даже вяленые томаты. Поэтому секрет итальянского вкуса. Будем пробовать обязательно. Дальше, конечно же, идет что-то к Новому году. Уже очень-очень много к Новому году всякие. И напитки, и все-все-все. Все напитки к Новому году. И десерты очень много. Какие-то новые для меня макароны Агнесси. Не знаю, кто пробовал, не пробовал. 79 рублей. Сыр камамбер. Камамбер я, кстати, когда-то пробовала. Мне понравился, но его надо есть прям маленькими кусочками на черном хлебе. Вот. Тоже молоко. Кстати, сейчас кто любит вот эту сметану, князь Вежич, всего 49 рублей. С этого каталога с 5 числа. Так что посмотрите, я хочу попробовать и масло, и молоко, и сметану тоже взять попробовать этой фирмы. Посмотрим, понравится мне или не понравится. Вот такой йогурт тоже очень вкусный я брала. Тоже обратите внимание, всего 52 рубля со скидкой. Ну и колбаски, всякие колбаски, и блинчики с картошкой и грибами, и всякая здесь вкуснотень. Поэтому будем есть, будем пробовать. Тут какие-то, кстати, рецепты, поэтому надо посмотреть, тоже может быть вырезать. Я обычно рецепты вырезаю. И химия, бытовая химия, тоже кому нужно, обратите внимание. Ну, мы посмотрели немножко с вами каталог. Всем огромное спасибо, что были со мной. И иногда Пятерочка с выручай картой на самом деле выручает. Всем огромное спасибо и до свидания. До новых встреч. Пока.